просто ливнул, ты начал, блядь, самоубивать себя гранатами. Three, two, one, fire at will. Ну чё, как думаете, кто выиграет? Я вот думаю, что Сэбби выиграет. Сэбби выиграет. Если Сэбби играет так же, как зимой, то у него стрельба зимой была классная, пиздец. Яндекс, ты вот на Атриуме, ты рано там начал сейвиться, когда минут 5 оставалось до конца. У тебя был отрыв, но ты рано начал сейвиться, ты чуть не проебалась за это. Ну, почему? Так вроде за контроллер РПГ он вроде, поэтому я начал там шкириться. Нет, вы оба умерли и надо было рашить трубу. А ты пошел сейвиться. А, ну да. Ну ты в конце, конечно, выиграл победу. Я его приучил, короче, рашить эту красную хуйню внизу. И потом прослушал, когда он туда уебывает, что выбрал РПГ. А, блядь, да, у Сэбби же ты. Яндекс, ты видел какой-то? Монитор у Сэбби. Какой монитор у Сэбби видел? Блядь, так он через стену палит тут. Ну Сэбби, наверное, не играл все это время тоже. Как ты тут камбэк напомнил? Быстро. Бля, Сэбби с шотгана нормально попадает. А сейчас он продукт у него просто страдает. Начинает дать спрейлить с автомата его. Ну же центре контролит этот подствол и все время уверит. Плюс с него пинг. Я зимой играл с Сэбби, и мне было сложно на Тигрике. Я хуй знаю, может он сейчас сдохся уже. Недавно? Центр на Тигрике жесткий. Центр жесткий, но у него стрельбы вообще нет. Он, блядь, под стволами ведет и гранатами, блядь, вот этими. Ну да, да. Но тут надо все-таки с шотгана прям засаживать. Все, камбэк. Бля, Сэбби или Сквизи знает, что ли? Я не знаю. Кто знает? Рисквы. Я на Илайве, на Атриуме и здесь не знаю. Рисквы.
Его можно добить. Хорош. Бля, я даже не знаю, за кого болеть. Что мне более выгодно? Разве можно какой-то прям РПГ контроль устроить? Можно, по идее. Мне кажется, вот мясо сразу. Такой ближний бой сразу начинается. Много углов, куда можно забежать. Резко, кстати, часто их куда он стрелял. Ты это помнишь, что ли, из прошлого? Не, что-то как-то играли тут это. А, когда до хера народу играло, то там типа 4 на 4 на тигрике. А-а-а. Я там стоял тупо, этот респ нахуярил. Удобно получается, ты два контролишь с лестницы. Блять, кот заебует. Я хуй знает, вот. Мне, наверное, выгодно, чтобы 2-1 был счет в кого-то. Вообще, может быть, Саби разомнется еще. И ты включит. Нет, нет, братан, не беги туда, блядь. С апдейт-рейтом играет? Так остальное не влияет, мне кажется, нихуя. Дом по факту он не ноль. А, да ладно, 100 стоял у него. Блять, сколько он разъебывает. Блять. Сука, Яндекс, молчи, блять, сквозил. Блять, расслабился? Да. На этой карте хотя бы. Че, меня слышно? Я хочу слышать, слышать. Слышно. Ну это пиздёж, как он дружил. Блять, в Саби механически посильнее как будто. Да пусть не берет пробу. Thank you.
Ну я походу сами проиграл. Да второе. Не знаю. Они эти квин завальные вроде. Центр лайф тоже взял. В смысле взял? Ну, выбрал смысл. А это пик сами что ли тебе? Да. Блять, вот он ебло. Блин, Ландрион какая-то душная карта, я не знаю, как ее дебанить. Тебе нравится, потому что залазишь там куда-нибудь. Ну, кстати, этот... в центре научил там залазить. И... сам же, блядь, наебался на эту. Ну, сейчас в игре. В смысле, куда-то вроде? Может, мы открывали вроде? Да не в эту хуйню, не. Он, короче, там, блядь, на козырьках, вот на этих, кемперит. А, ну ты вроде все знаешь. Ну я ее давно не играл, просто с ним вот играл, и он меня там пару раз так наебал. Сам не чекает, блядь. В этой игре нет. Просто до этого играли без капа. Ну все, он не вытащит 2 минуты 10 фрагов. Да, да. Ну, Ивайф, он тоже его пройдет. Он может. Пизды дать тоже. Не, лайф это там такое, надо ползать раком, трубу брать. У тебя везде надо ползать раком. Ну вот на тигрике не надо, например. Тут вообще пиздец. Все нахуй мешает, блять, этот центр ебучий, где гранаты постоянно. Ну, не зарылись, да, круто. Он под 90 градусов, по-моему, ёбнул. Бля, как он не увидел-то? Проебал. Даже я на своем 10-дюймовом легко увидел. Он на 7-дюймовом. А, ну у него тройной инвентарь, возможно, он, да. Плохо видно. Подвернулся. Бля, он 360 там обзор. Блять. Game over. Ну а был чел какой-то, он в Call of Duty что ли играл, который один был просто маник, а второй маник.